Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение партии за Хубилайхана китайского Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с новым режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Феанор, такое ощущение, что ты что-то говоришь, но мы тебя не слышим. Я слышу. А, да? Это я тихо сделал. Все, Ухань падает. Так. Ну что, стену придется построить, раз он тут развлекается так. Производство. Да, мне надо карточку обратно вернуть на учетные банки. Кстати, а учетные банки... Нет, на еду не влияют, жалко, но все равно плюс 3 еды, как бы плюс 6, это очень неплохо. Пошли обрабатывать перец. Блин, а когда Миро... Я вообще фигею, я вообще проспал этот момент. Ну, 3 бомбарды выстрелил, и рыцарь добил. Блин. Стоим. Ферма. Это тут рис собираем. Дальше идем обрабатывать. Так, из Пекина я так и не решил. Поставил карточку. Ну, давайте в Севилью, наверное. А может тут поищем какое-нибудь место в снегах, чисто по приколу. Он точно не... О, у нас тут чудо есть. Кайф. Давайте у чуда поставим. Будет у нас на это... Не, я хочу просто по приколу там оставить город. Так, производство. А, я все еще не хватает. Мне 2 хода. До 13. Так, что у меня 2 хода построить? Давайте, наверное, часовню Великого Магистра. Потом надо будет не забыть производство включить. Так, Лян, 1 ход еще. Что с великими людьми? А что тут на иудаизм, интересно, больше влияет? И могу ли я еще какую-нибудь корпорацию, кроме... Должны кораблики остались плавать тут. А, у меня будет корпорация еще пряности. А где у меня вот раз пряность? Где-то вторая еще есть. По-моему, здесь, да, вот вторая. Но тут уже есть корпорация на мрамор, поэтому пряность надо либо будет в Тайюане делать, либо в Чаньше. Давайте по городам пройдемся. Еда, рост... Просто производство. Блин, тут бы
Даже амбар нет. Давайте мы тут амбар купим просто. Я хочу, чтобы рос город. Француз, мне очень не нравятся военные лагеря возле моей границы. Удаляй. Что? Удаляй, говорю французу. Да, оружейную я не построю. Ну вот. Ладно, тогда поехали сюда вниз. Раз он уже забрал тот город. Тут стоим. Нури надо попробовать забрать. Так, где тут лучше город, интересно, поставить? Давайте сюда посмотрим. Мне сама игра где-нибудь рекомендует. Ну, тут жалко. Надо где-то вон там сверху ставить, я думаю. Слушайте, как ни странно, этот город здесь, и плюс мы еще вот этот район новый, если будем смотреть. Мне кажется, он даже неплохо будет стоять внезапно. Так, давайте гавань и потом галеру. Купим тут маяк. Так, а здесь купим, купим рынок. И караванчик. Кстати, из самого Ченя. Так, здесь покупаем. У меня стоит же карточка, да, на плюс 2. Да. Ну тут будет достаточно удовольствия, когда Магнус приедет. Не знаю, зачем мне, правда, декларация дружбы со шведом, но фиг с ним. Блин, скаут какую-то фигню исследует, мне надо города... Француза исследовать. И вот сюда встанем, еще апну его. Так, порох, литье. Все верно. А ты обещаешь моим врагам войну объявлять? Да. Объявляй, Нубии. Так, уберем акведук. Так, в корпорациях еще никого нету, да? Блин, мне бы, конечно,
Мне б, конечно, меркантилизм еще, да. Давайте мы следующее меркантилизм пойдем. Потому что надо тропические леса такие обрабатывать. Ну и чеченицу, наверное, кто-то построил. Давайте глянем. Вообще мало что-то чудес, я смотрю, строится. Но чеченицу построили. Да, чеченицу. Наверное, Бразилия, скорее всего. Я думаю, у нее так точно должны быть эти. Вернулся своей этой. Отремонтируем черепаху, раз он уплыл отсюда. Так, мрамор. Давайте кофе как раз в честь нашего союза. Или хлопок. И кофе. Слушайте, я так понимаю, что теперь количество ресурсов, когда в дипломатию заходишь, тоже багнуто. Вот где правильно, в ресурсах или в дипломатии? Так вот я, например, вижу, что в ресурсах у Швеции 3 кофе. Захожу в дипломатию, 1 кофе. Что верно? 1 кофе. Кайф. Швеция, предложение. Да, давайте, наверное, в Тайюане производство сделаем. А оно что дает? Плюс 20% культуры. То есть тут бы театралочку, значит, организовать. У меня 2 корпорации на мраморе и на... Получается, на... пряностях. Давайте тут еще сразу еще вторую катапульту. Один ход отложим литье. Так, надо книгопечатание вообще-то открыть. Блин, ну хотелось бы ускорить универами. Тут-то я, например, вот военную тактику и контрфорс не ускорю уже. Хотя, может, есть чудо античности какое-нибудь. Все, Нури захвачен. Так. Я бы вот сюда поставил. Кстати. Так, тут конец уже Пангеи. Ведук. Один ход. Я следующим ходом увижу.
Давайте я отложу один ход, я хочу посмотреть, где тут будет нормально промышленная зона, где встанет. Придется кого-то, наверное, Рейну, потому что, наверное, должен быть в темном веке шотландец. Да, Рейну можно будет пересадить в этот город. Сразу, к сожалению, не смогу купить, или смогу купить монумент. Что за квадрирема такая, Нубия? В озере плавает. Плещется, я бы даже сказал. Он же имя Дэпл. Возвращаемся на бомбарды. Хочу дооткрывать. Продлим продолжение. Продлим союз американцев. Давай. Согласен. Я кину. Давай. Таруга. Таругу засоюзил. Ну ладно. Жалко, конечно, ну ладно. Так, промышленную зону хотел посмотреть, где делать. Плюс 3 здесь. То есть вот сюда акведук получается, да? Да, но тут придется пока что-то строить. Акведук, промышленная зона. А, давайте тогда пока библиотеку строим. Сюда идем вырубать, покупаем строителя, ставим город. Скоро там вообще хех упадет. Да. Можно бомбарды поехать пострелять, тебе помочь? Приедь, постреляй, но мне кажется, либо следующим, либо через один доедешь. Так, камень там есть. Давайте тут рис. А промышленная? Непонятно. Не, ну, центр коммерции, это мне проще будет покупать всякое быстрее. Монумент, конечно. Ну, кстати, давайте я Рейну... А, я еще не поставил там город. Магнус в Чинду сел. На производство. Да, потрясающий город просто. Так, мне интересно, что у нас здесь с престижем. Реально, тут где-то район вот этот должен быть просто вообще улетный. Вот тут, например, мне кажется. Потому что тут и так... классный
Так, давайте я тут сразу куплю строителя. Дальше, что у нас с великими людьми? Ну, вот это ничего такое. Игрушку дает. Игрушку-ватрушку. Ну, только испанцы, шипанцы, до сих пор война. Всю игру. Да. Весело, наверное. Причем, смотрю, вот Эдинбург уже пал недавно. Я реально могу прийти их забрать. Кстати. Давайте я подойду, пообстреливаю бомбардой все-таки. Не бомбардой, а катапультой. Потому что долго будет. Ну, по идее, следующим ходом должен упасть. Блин, я просвещение не поставил. Так, надо не забыть на меркантилизме. Убийц, это что такое? А, ну, спасибо. Там ресурсы нафидели, что ли? Да, но убийц нельзя передавать, что ты в конце. Максимум можно передавать то, что ты у кого-то брал в долг. Кстати, ну убийц, ты мне так 30 монет передал. Ну убийц, ты мне 30 монет передал. По-моему, он тебе нормально с городами помог. Не, ну ладно, но мне 30 монет так и не отдал, которые занимал. Получается, вот за это и умер. Так, значит, сюда Рейну пересаживаем. Тюй-тюй-тюй-тюй-сянь. Да, тут вроде норм. Ну, потому что у меня золотой век, а у шотландца темный. Там не должно отваливаться. В Чанша промышленная получилась. Так. Если так иду бессмысленен. А, господи, опять не тем юнитом. Вот почему у меня стоит юнит в лечении. Почему игра его выбирает? Каждый раз меня это поражает. Так, здесь не забываем постоянно покупать рабочих. Ну, здесь кампус, ого, кстати, вот сюда. Это поселенец Снубии был на самом деле. Я туда поскакал, он, видимо, туда его вел, и я его перехватил по пути. А потом я иду туда, а там чудо. Думаю, о, кайф. Сейчас посмотрим, как эти районы работают, новые. А, ну, заповедник, да, здесь хорошо будет. Ну, как он, посмотри, у меня Барселона стоит. В Барселоне. Ну, пока я тут, он немного дает. Это ли только он на одну клетку работает? На две сюда. На три даже. Вот. А, ну, ну тут, в принципе, ничего тогда. Там просто у меня город, который я поставил, вот, тупо в снегах стоит, рядом с Йосемити. Он только сможет быть нормальным, если там этот район будет что-то давать. А, ну там, в принципе, зайдет он. 120. Он даст двум клеткам, скорее всего.
Давайте, может, я с кампуса прям начну реально. Нет, подождите, да, тут плюс 3, тут плюс 3. Нет, давайте я начну тогда с центра коммерции, куплю здесь, потом... Да куда ты поставил? Ну я сюда хотел... Господи, меня задолбало с этими лагами играть, это какой-то трындец. Почему в лагах он куда угодно ставит, кроме туда, куда я хочу? Поставлю... Куплю следующим ходом там... Так, игрушка. Только я игрушка. О, только я игрушка для тебя. Все, падает город. Спасибо за игру. Спасибо. Спасибо. Так, давайте... Поставим опять на скидка в стоимости на улучшение юнитов. А тут я хотел рационализм. Вместо... Так. Да, хочу закрыть. Хочу сначала рабочего здесь купить. Я уберу, наверное, на плюс 2 к рабочим. Потому что мне все остальные точно нужны. Значит, опять на скидка... Ты всего плюс один, нормально. Ну, конечно, нафига тут монумент? Но мы... Я сначала хочу монумент тут купить, чтобы быстрее следующим ходом там куплю. Еще можно Виктора, наверное. А куда мне Виктора? Ну, все равно, пускай Виктор будет. Давайте в Хех пока назначим. Или в Чаншу, наверное, в Чаншу лучше. Ну, Хех не отваливается вообще никак, так что нормально. Меркантилизм сделали. Литье сделали. Ну, пошли. Не, надо индустриализация. Или кавалерию на всякий случай. Не, нужна индустриализация, конечно. Так, я бы тут хотел еще одну галеру. Фига вы уже походили все. Так, а кто у нас вообще в лидерах тут? Мапучи, Франция, Америка? Я только, правда, Бразилию не вижу. Как там у молочка сметанки, господи? 150-70. Ну, тоже неплохо. Мы сидим, развиваемся. А почему, например, не Простоквашенко кефир? Не знаю. Когда в школе учился, выбирал что-то такое, знаешь. Я сюда шел. Да, тут я хотел апать. Франция, продлевать будем? Так, а нафига мне... Ты мне город заблокировал. Чё? Взял мне город, заблочил.
так долго постил. Так ты справа куда-то вообще Кале поставил? Ну это еще один город под углом. Я просто не понял, у тебя метка стояла. Так, ну я могу уже, если что, юниты за веру покупать. Уже поставил. Так что я вообще не вижу. Понятно. Для себя тут пока проблем каких-то. По науке я не сильно это не отстаю. Повод рушить наши спокойные отношения. Да, если мы будем дальше союз поддевать. Да. Хотя, конечно, ты напряжный союзник. Не, ну я думаю, воевать тебе не стоит сейчас со мной. У тебя золотой век, у меня корпуса кирас. А как насчет упороться? Ты же нагадил мне, в общем-то. Ну, в смысле, нагадил. Фигово. Я могу упороться и все. Ну, и конец всем. Если хочешь, можем попороться. Так, ну не знаю, мне, наверное, торговая республика не нужна. Мы будем не против с американцем, да, американец? Меня только интересует, если я с тобой союз заключу, не будешь ли ты на кого-то еще нападать? Вот меня что беспокоит. Ну, у меня единственный сосед — это француз, у меня с ним тоже союз. Причем еще 18 ходов. Ну, тогда да, че. Можно союзиться. Не, давайте Барт возьмем. Так, я могу добить его, добиваем или нет? Да, добивай. Я так понимаю, тоже, да, не хочешь, чтобы караваны... Ускорили осадную тактику. Мешают. Ну, там внизу просто лагерь. Там я хочу картографию холмы, открыть. Нет, честно говоря, так, два было, хода. Туда идти. Два хода. Ну, вот я поэтому тоже думаю, будем чисто клетку это трогать здесь. Давайте, наверное, тут. А где я тут решил кампус? Сюда или сюда ставить? Не, ну, конечно, сюда надо. Тут я не хочу. Там я не хочу. Хорошо, а где у меня здесь священное место может нормально встать? Так, тут маяк. Еще нужен. Вообще, маяк тут бы купить, на самом деле, а не строить. У меня деньги фиг знает куда деваются. Ладно, постою. А где у меня Магнус вообще? В Чэнду. Нафига он в Чэнду? Только еще тут надо вырубать под Чэнду все. Храм Махабодхи. Пекине. Здесь, да? В Гуанчжоу. По-моему, в Гуанчжоу тоже должен где-то встать. Не, нифига. Ну, там лес нужен. У меня тут лес около священного места только тут. Мне вообще еще священных мест построить. Я как только три штуки, хотя у меня очень хорошая... Ладно, я в Чэнду какое-нибудь чудо могу строить. Тадж-Махал. Ну, Ангкор-Ват, дворец Патала и Ангкор-Ват, в принципе. Слушайте, а вот здесь я, если дворец Патала, сюда тогда театралка станет очень, очень приятная. Отложим тут строительство. Дворец Патала хочу попытаться урвать. Потому что я сейчас буду вырубать под Магнусом деревья. Вот это только передам. Раз, два, три. Блин, это жалко. Это тут у нас священное место от этого... 8 веры имеет. Мапучи просто по науке, по культуре, по военке, по дипломатии побеждают. Да ужас. Что делать? Союзиться? Отправлять караван? Ну, конечно.
Слушайте, это я вообще, наверное, на самом деле могу еще сюда поставить, конечно, город, но... Да, наверное, почему нет, слушайте, ну, господи. В Хехе куплю посела. И так, в Хехе, наверное... Так, если мы продолжаем и тут тоже брать строителей. И возьмем в Хехе, чтобы это все отремонтировать. А, тут пока посел, да. Стоим, ждем. Нету денег выкупить клетку. Вспоминаю, у меня все универы еще плюс 2 дают к науке. Так что я когда везде универы построю, у меня будет... Я, наверное, стану лидером по науке. Тут какой-то город надо открыть. Просто я игрушка. Ну все, теперь будет в голове эта песня. А, ну блин, придется только под универ вырубить. На... Так, я хочу вот эту клетку купить. Чтобы город рос. Тут у нас все открыто. Еще тут посмотрю. Тут открою. Но тут нам уже следующим ходом надо будет в каравеллы апгрейдить наши флоты и плыть в ту сторону, узнавать, что там. Тоже можно будет Чэнду передать, побыстрее они вырубить. Потом обратно Тайюаню. Плюс 13 науки у меня. А, ну да, потому что за счет рационализма, конечно. Ну так-то универ плюс 13 науки. И вообще три мушкетера надо. Ну что, китаец, ты союз понимаешь? Ща, я не видел. Ко мне вообще кто-нибудь, наверное, только испанец отправляет, я думаю, да. Хреново.
Это ученого не... Так, давайте глянем, кто таких ученых взял. Великий ученый-бразилец. Озарение навигации по звездам математики инженерного дела, если озарение уже не открывает. Ну, приятно, да. Три случайные технологии, библиотеки плюс одну науку. Француз взял, это хорошо. Хороший, если ученый. Так, это так себе. Озарение для двух случайных технологий. Это я взял плюс две науки, опять француз. 250 науки на стандартной скорости. Три озарения эпохи возрождения. Вообще, мне бы побольше еще священных мест сделать. Дамба. Да, видимо, надо будет здесь дамбу делать. Вот здесь промышленная зона офигительная встанет. А, я уже здесь сделал. Жаль. Ну, дамбу надо все равно. Так, 155. И Анкарват... Ой, не Анкарват, я хотел Творец Потал 24. Долго. Это долго. Хотя, с другой стороны, я тут могу еще вон вырубить... Ну, только одну. Ребята, инженера заберите. И... Да. Хороший инженер. Этого я бы забрал. Накопим. Представляет броненосец мгновенно. Тоже прикольно, но я бы, конечно, потратил на инженера веру лучше. О, у нас с французом закончилось. Француз предложение. Еще одно. А я хочу... Франция, я тоже в уникальных юнитах. Может, не будем? Но мои уникальные юниты, они посильнее же твоих. В атаке, да, но в обороне нет. Подожди, Мапучи, ты говорил... Это Мапучи сейчас говорит или кто? Нет, Мапучи. А. Просто у меня, когда говорит, он почему-то твоя аватарка. Мапучи сидит мирно. Пока. 220 науки, конечно, будет сидеть. Слушайте, мирно. Реально, пойти что ли испанца забрать? Ну, я не сильно далеко от него. Китай, то есть сейчас будет как-то тяжеловато. Шевец, а что ты тогда сделал? Когда я тебе дал, ты что-то принимать не хотел. Так это когда было-то? Ну, ходов 20 назад. Отлично, поторговали. Ну ладно, наверное, стоит сюда перебрасывать постепенно войска. Так, кстати, тут шапы. Каравеллы. Кого? Кто говорит? Француз. Могу на Швецию. Сказать, на Швецию собираешься пограбить? Окей. Он что-то дружбу не захотел принимать. Франция, сделка. Китай, ты мне поможешь? Кому, кому? Швец. Если
помощь, имеется в виду напасть на Францию, то нет, у нас тут проход в одну клетку. А если какими-нибудь ресурсами, то помогу. Нет, что-то я не соображу, куда мне лучше Рейн. Наверное, все-таки сюда надо поставить. Не, я все-таки тут дамбу хочу. Не хочу я здесь кампус. Может, таймер поменьше? Не намного. 5 секунд на 30 хотя бы. На 40. Там многовато. Так, стоп, а что я сейчас открыл? Колониализм. Торговец. Ты еще сюда, я, наверное, этого инженера заберу за веру. Скажите, а в какой техе эти лесопилки на тропических лесах? Меркантилизм, цивик. А, спасибо. Да, блин, где этот город? Во, Париж. О, так он прям... тут столица прямо, охренеть. Это... неожиданно. Я... думал, что я бы этот выбран юнит вместо этого. Я ведь эту шахту убрал. Потеря хода и потеря заряда. Зашибись. Губернаторский титул. Это, кстати, неплохо. Ну что, назначим Амани. Так, что у нас Таруга дает? Плюс 5%. Давайте Амани в Таругу. Митла... всего лишь 15% растет, тут плюс 5% от ресурсов. И я бы, во-первых, так сделал. И отправил Амани туда. Так, здесь... а где этот рабочий? Я что здесь не... а, да, я посела покупал. Точно, точно. Помню такое. Еще швед у меня против тебя плюс 9. Разведка. Да, это мой. Поэтому твои... уникальные типа то эти чуваки, типа. У меня 100 атаки у моих
шапку. Шведу очень больно сейчас будет, похоже. Ну да, против двоих-то тут вообще жесть какая-то. Так я-то не воюю, я просто пограбить зашел. Мне твои города не нужны. Блин, может поставить все-таки этот дворец Потала 17 ходов? Кинуть сюда, кинуть караваны, выйдешь, отсюда, имею в виду, из Чэнду. Даже у меня плюс 6. Блин, надо маяк купить в Ухане, я все время забываю. Выйдешь книжку хотя бы купить, будет. Маяк и меньше. Купить караван. Да не бей меня, бей лучше француза, я тогда хватать не собираюсь. Сейчас мапучи еще усилится. Универ, мастерская. Так, 190 науки. Надо исследовать Париж получше. Ну это хоть четвертый радиус, я не думаю, что Париж скоро заберет его. Так, сколько тут зарядов? 3. 4. Кажется, надо в стали варенье и артои с танками испанца забирать. Как-то так. Может, тут Темпло-Майор? Тоже, наверное, кто-то построил, похоже. Так, следующим ходом я, наверное, вот здесь этот район начну строить. Блин, ну он только на две клетки тогда будет влиять, получается. Может, здесь? Он нормально так. Давайте здесь пока. Тут, собственно, только этого краба осталось обработать. Проблема, что акведук некуда поставить у этого города. А почему я в войне с Шотландией? Я в Франции объявил. Ты Франции объявил войну? Или Франция тебе объявила? Я с Францией военный союз заключил, чтобы был бонус против Испании. Так, а почему я с тобой в войне? Потому что у тебя со мной военный союз. А, то есть Франция объявила войну Швеции и, соответственно, автоматом... Господи. Все, теперь мировая война, короче. Да, мировая война. Весело же. Пригусились в самом центре. Да, Швеции только, видимо, не очень весело. Сижу, ухахатываюсь просто. Так, давайте я куплю строителя, отложу здесь производство и потом тут кампус поставлю. А дальше больше нигде производства нету, да? Арбалетчики против императорских гвардейцев. Сколько там гвардейцев? Больше сотки, наверное, бьет.
пройдемся по городам. Еда, производство, рост. Норм. Еда, рост. Блин, я тут все хочу... А, я уже купил здесь. Да, я уже купил здесь. Маяк, еда, рост. Еда, рост. Мне реально нужны священные места, потому что у меня там еды дофига в них. На самом деле, что-то я зря забил на них. Зря забил. Кин 14, 13, 11. Ну, вот, добавилось, слава богу. Так, вырубаем камень. А здесь я рынок куплю. Начинаем кампус строить. У меня с одного... А я обалдею. Там большой? Он с одного... С одной атаки мне военный лагерь просто изничтожил полностью. Ну да. Это грустно или весело? Это очень кому грустно. Как? Кому как? Ну это ж мемчик такой. Есть. Чувак украл машину, разбился на ней. Весело об этом рассказывает. Он спрашивает, это грустно или весело? Это печально. Да, чеченица жалко. Вот чеченица где... А, нет, это пантанал, сорян. А где же тогда чеченица у кого? Я думаю, бразильцы, скорее всего. Чеченица у бразильцев. 110, мои гвардей. Красава. Как мощны твои лапищи. Наверное, у меня караван не успеет добегать в Швецию, да? Ну, ребята, ну чего? У меня же там в промышленной эре. Вы что, не хотите в голосовании три новые эти... Как они там называются сейчас? А они вроде конечно, должны и так быть. Останутся. Да, они останутся. Ты не нужен, прикинь. В смысле? В прямом они останутся. Даже если тебя вынесут. Получается бесполезно. Можно убивать. Ты хоть швед, не знаю, построй стены возрождения, против них осадка не работает. Да куда я тут? Где я их построю? В этом? Ну, понятно, ты в этих городах, которые на фронте не успеешь, ну хотя бы в центральных построить. Ну, у него еще нет обычных стен. Ну, я вижу, уже средневековые строятся в одном городе, значит, возрождение тоже можно построить. Своей наукой должен был уже выйти в них. А смысл в них идти там? Ветка бывает, да? А кто инженера на стены забрал? Египет. Так инженер на стены, он же вроде средневековые строит, а не возрождение. Да. Ну, так они не помогут у Франции осадка. Мне уже ничто не поможет. Так, пора. Ну-ка, 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 ну-ка. В смысле, а, ну да, нет, вот сюда. Блин, 22 хода, а чё так долго? Ну, придется строить все равно. Нет, 22 хода это реально как-то долго. Может, там бар купим хотя бы 130 следующим ходом. Да, вот тут было бы, конечно, военный... Ой, промышленный район вообще офигителен.
Красивые ромашки тут у кого-то. Культуры много у мапучи, вот это меня смущает. Там где-то есть какая-то очень хорошая ГГшка, которую я не нашел. Я поэтому и еду туда. Так, когда у нас прибудет? Два хода в Таругу. Уголь есть и сразу добывается. Но он только один, да? А почему заповедник стоит в семь желтых? Плохо. Что? Ну извини, что я с тобой не посоветовался, прежде чем его ставить. Сможешь простить? Нет, ну что-то я просто спрашиваю, может тут есть какой-то смысл, но он же бафает только на один, тут только две клетки будут с потрясающим престижем. А пуще подвинешь садник? Почему две, если четыре? А, ну он дает единицу... В Марселе. Единицу престижа, а там двойка, а потрясающие за четыре. Боже, слушай, вот тебе реально, я смотрю, тебе вот нефиг делать. Ты лазишь по карте, рассматриваешь чужие города и спрашиваешь, ну, чего так район стоит. Интересный. Хотел посмотреть, как этот заповедник там будет. Тем более таймер очень длинный. Я сижу, отдыхаю, смотрю тут кого что. Ну, кстати, возможно, он и прав. Я чисто посмотрел, что это притягивающее будет. Ладно, может, что-нибудь найдем еще. Все равно там 22 хода будет строиться эта хрень. Так. Блин, я уголь. Да и нафига мне отвлекаться, вот. 7, значит, тут уголь есть, мы добываем. Это не у меня, у Мадрида. Вот еще один уголь, отлично. Отлично, вот это мы заберем. Давайте здесь строителя. Агент создает фабрику и мастерскую. Вообще, стоило бы мне, конечно, выйти в экономику, потому что если перец пряностью фиксим, то мрамор всем раздать было бы неплохо, всем городам. Так, и здесь рынок надо купить. Я уже в двух городах. Нужно купить рынок. Двенадцать ходов дворец Патала, что-то долго. Блин, 7 ходов, я опять какой-то в нормальный век выхожу. Что-то не нравится мне опять это все. Так, улучшено, улучшено. Ну, селитра не очень. Давайте лучше производство делать.
Помещение в универе, а тут как промышленное, 1-1-3. Да, отлично, и как раз сюда этого тогда великого человека я кведу к сюда, отлично встанет. Так. Я думаю, следующим ходом мы его купим, скорее всего. Да, священных мест маловато, откровенно. Какие тут места у француза? Какие горы? Какое все? На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!